взял? Сегодня не нужно. Сегодня сказали пакет взять, подать. Будучи. Ой, надо же еще это. Не взяли мы учебники. Учебники будут? Все. Математика, русский, литература, называется. Как грязненько. Если ты лежишь, спишь рядом с ребенком, будут кусать ребенка, а тебя нет. Ну, знаешь, лег в 0,34 или 0,35. Ну, где-то так, в районе 30 нормально. Саш. Маленький ребятишек, которые вышли первый раз в зеленых беретах. Это гордость нас. Волнуются больше, чем их дети, больше, чем их внуки. Пусть этот год будет самым. Праздничный год, осенний год. Действительно, это не только праздничный год, но еще первый это трудовой день для родителей, бабушек. Заходи. Саш, цветочки туда отдашь на парту? Пираты, прошу,
все подписано? О, возле дверей. Отлично. Если что, смогу сбежать. Да, сейчас придется нам с тобой сбежать. Читайте свои надписи, фамилии и так далее. Итак, дети, нас снимают, давайте мы так посмотрим на камеру, просто поговорить, улыбнемся, чтобы у нас потом была общая фотография, да? Да. Очень хорошо. Ну что же, мы с вами начинаем. Итак, ребята, чтобы... Ну далеко у меня фотоаппарат-то где, Саш? Ну, опять не угадал. Знаю, на память. Не иди так быстро. Мне же нужно спереди. Не идти. Только. А для чего? Еще, когда будет уже очень такое будущее хорошее, там, 2023 год, да? Ну да. То они сделают слайд-шоу у всех этих фотографий, будет круто. Ну, я говорю, на память. И слайд-шоу сделают, то есть там какой-то год обозначают. В 2021 году я буду уже взрослый, да? Наверное. Надо дожить, правда. Инерцию делается, да? Да.